Мы начинаем. Кто не знает, мы с моей великолепной подружкой недавно сдали на права. К чему я веду? Вот подружка, вот ее супер точила. На которой она ни разу не ездила. Мы ни разу не ездили. Сегодня будет наша первая поездка. Йоу, бич. Главное, чтобы не последняя. Да, это самое главное. Поедем, что-нибудь снимем. Нам главное выехать со двора. Ну, да, и выжить. Мы начинаем это приключение. Так, мне просто сначала прям. Тебе нужно выкрутить колеса сразу же вправо и езжай. Устал вообще-то ездить, нахуй не умеем. Короче, пиздец. Мы сейчас пробовали выехать со двора, там очень узко. И в итоге нам пришел на помощь какой-то мужик. Спасибо, мужик. И он ей помог. Он помог вырулить. Это просто охуенно. Пока едем. Все чики-пуки. Мы зашли в МАК, потому что у нас стресс. Нам нужно испить. Не снимать? Мы пришли кофе попить. Это стресс. Скажи, Паша, нас двое, а две аэродрома. Мы убежим, нас не догонят. Дальше от них, дальше от дома. Ночь проник, спрячь наши тени за облака, за облаками. Они доехали! Солнце. Закрывай ты глаза, закрывай под глаза, море камнем туда, будут спасать, не любит так плоть. Закрывай ты глаза, закрывай под глаза. Не могу.
погуляли. Это было здорово. Офигенно. Мы повеселились. Мы отдохнули. Все было классно. Гудок. Да, по смыслу догадалась. Что сказать, не знаю. Едем назад. А когда мы увидимся вновь, тихо ветер ночной, тихо твое. И за миг позабыв, что такое любовь, мы с тобой начнем. Парами темными на кино, среди друзей в день, когда нашла. Я боюсь шепота. Мы доехали. Подошел к концу этот день. Мы выжили. Мы выжили. Первая поездка пройдена успешно. Какова жизнь? Что скажешь? Как ощущения? Ощущения хорошие. Я жива. Я мокра. Я взволнована. Не, ну было классно. День мы вообще круто провели. Да. Покатались. Даже собак не задавили. Вообще. Не, ну были нюансики там какие-то. Маленькие. Ну да, мы не могли выехать. Ну, на ручнике проехались пару раз. Ну, чуть в грузовик не врезались, но... И заглохли. Ну и больше ничего. Я первый раз за рулем. А что вы хотели? Да, ну поэтому вот у всех бывает первый раз. Благо нам пришел на помощь мужик, когда мы выехали. И, ну, он был не злой, короче, не разозлился, а помог. Если бы на нас еще разозлились, мы бы просто стали так... Что делать? Помогите! Жалко, не засняла, потому что это было очень на стрессе, но все равно было круто. Это все наш опыт. Так, ставьте лайки все, кто хочет вторую поездку! Она будет! Ну все, пока-пока!